Химки подтверждают звание самого спортивного округа Подмосковья. Благодаря тому, что у нас постоянно появляются новые спортивные площадки и сооружения. Накануне очередная церемония открытия состоялась в кадетском корпусе. На его территории теперь есть легкоатлетическое ядро. Объекты все ядра, все воркауты, все уже построено. И сегодня мы с гордостью данное спортивное ядро, которое включает в себя и футбольное поле, и легкоатлетические дорожки, и военные дорожки, передаем учебному заведению. Военно-спортивное воспитание – основная дисциплина в подготовке кадетов. В программе ежедневные уроки физкультуры, занятия самбо, хореографии и не только. Физическая подготовка здесь вводится на одно из первых мест. Времени посвящают достаточно. Кроме обычной физической подготовки, есть еще боевая подготовка, самооборона. Казались нагрузки очень большими, и, конечно, первое время привыкать было сложно. Ну а потом, со временем, мы все начали понимать, что это действительно очень важно, и мы сейчас очень благодарны тому, что столько времени отводится именно физической подготовке. Спортсмены – гордость кадетского корпуса. Они завоевывают призовые места на соревнованиях различного уровня, поэтому необходимость в новой спортивной площадке стояла остро. Старый стадион, конечно, морально устарел, и это представлял собой грунт, который нужно окашивать, которому скапливалась иногда вода. А наши ребята настолько спортивные, не только кадеты, но и малыши у нас очень активные, и мы много внимания во внеурочной деятельности уделяем физическому воспитанию. Ребята уже опробовали новую многофункциональную площадку. Здесь есть футбольное поле, беговые дорожки и полоса препятствий для военной тренировки. Я профессионально занималась 8 лет настольным теннисом и легкой атлетикой, поэтому я очень рада, что здесь много времени уделяется именно бегу. Открытие спортивного ядра – большой праздник для кадетов. Поздравить ребят пришли не только представители администрации, но и депутаты. Когда мы были маленькие, мы бегали во двор нашей школы, потому что там были брусья, там был турник. И мы тренировались, кто больше подтянется, кто больше отожмется. Будет здоровой нации, если детишки не будут заниматься спортом, если они не будут заниматься своим здоровьем. В этом году уже смонтировали и установили 5 новых легкоатлетических ядер на территориях учебных заведений. Там уже вовсю тренируются юные спортсмены. На еще одном работы близятся к завершению. Екатерина Юшина, Виктория Волкова, Евгений Никулин. Служба новостей.